Шумные митинги на площади революции вызвали в обществе неоднозначные мнения, которые подчас противоположны. Кто-то возмущен действием Министерства образования России, кто-то считает, что родоплеменные отношения и кумовство превысили все пределы. Но на шумных митингах никто из ораторов не упомянул об истинной причине грядущего упадка национального самосознания. В БГУ несколько лет назад расформирован бурятский факультет. В 2015 году в БГУ звание бакалавра бурятской филологии получат всего 10 человек. Но и для того, чтобы преподавать в школе, им требуется переобучение – БИПКРО. В этом же году БГУ выделяет лишь 4 бюджетных места для бурятских филологов. Этот вопрос был задан сотрудниками Восточного института, в котором сохранилась кафедра бурятской литературы, исполняющему обязанности ректора Николая Мошкину при знакомстве с коллективом. Мы надеемся, что в будущем, возможно, обратно вот этот процесс пойдет и открыт будет либо факультет, либо институт, и мы начнем уже на новом уровне подготовку специалистов в области бурятского языка и литературы. По словам Николая Мошкина, он понимает сложившуюся ситуацию. В Национальной республике через несколько лет, если не предпринять срочные меры, действительно остро встанет вопрос о носителях языка и культурных традициях. Это может быть будет факультет, может быть институт. То есть формат создания такого скомпилированного структурного подразделения, которое бы сегодня явилось основным в части формирования тех программных задач, которые сегодня стоят перед регионом в части сохранения и развития бурятского языка. По словам сотрудника Восточного факультета, грядущая реформа может стать стимулом к дальнейшему сохранению традиции. Возможно, что будущие выпускники БГУ восстановят систему изучения языка. Детский сад, школа, вуз. Пока же известно, что в школах республики возник дефицит учителей бурятского в начальных классах. Намсарай Намсарай, Булат Бадмаев, новости дня.